повертаються, як з началом турніру довго ждали. Тяжова гра, я думаю, для любых команд, для сильных, для слабых. Такое поле вязкое, жара, прежде всего. Тяжеловато, очень тяжело. Пока игру трудно оценить, все-таки первый тур. Людей было мало, ну, у соперника людей было, ну, видно, что намного больше. С какими амбициями вышли на турнир? Поиграть в футбол, получить удовольствие. Хорошо, хочу пожелать успеха всем командам. Турнир очень хороший. Погода, правда, с ним сильно жарко бегать. Надеюсь, все будут хорошо играть, будут интересные игры, чтобы было всем интересно. Ну, всем удачи. Я противник такого, чтобы получать в таких благотворительных турнирах травмы, поэтому немного по этому поводу повозмущался. Считаю это неуместно.